Делали вы на съемках что-то такое, чего раньше никогда не делали? Какое-то что-то новое в себе открыли, может быть? Ну, я носил на плече дохлую проститутку. Мертвая проститутка? Это даже для тебя перебор. Этого достаточно? Вы хотите сказать, что в жизни с вами такого не было? Нет, этого со мной не случалось. Нет, нет. Она не мертвая. Смотри, смешной случай. Играю водителя Романа Быстрова. Это Ромика, что ли? Мне взяли художники по костюму и зашили нахрен карманы. Зачем? Не знаю. Вот будьте у них интервьюера, спросите. Вот, зашили карманы вот здесь, зашили карманы вот здесь. Единственный нормальный костюм, почти новый, я год ношу. А вы обычно что носите в карманах? Я обычно ношу. Руки? Ну, как минимум руки, ключи от машины, текст. Ну, всячески помогаю Роману. Где мой кошелек? А где мои ключи от машины? А у Матеуша замечательно, мы у нас научили говорить гребаные пассатижи. Очень смешно. Так как Матеуш действительно, он абсолютно ментальности у него не русского человека, но он носитель языка, и он достаточно сносно общается. Ты вонючий урод, скотина, ты вонючая скотина. Возникает некий момент прямо на площадке. Медленнее со мной разговаривать, что ты же не все понимаешь. Ну так 60 дней ты собрался сниматься в таком темпе. Что? Каждый день у нас 44 съемочных дней. Каждый день происходят такие вещи. Какой добрый. Зачем ты блестящий? Это великолепно. Хотел предложить поменять артист. Какие делает у меня смех. Это вам говорит не Алекс Уилсон, а проживший в Москве 2 месяца Америкос Пиндос. Нет, серьезно, Матеуш Доменский, он правда похож на американца, и он, у него, на самом деле, я восхищаюсь этим артистом, потому как он по национальности поляк, собственно, и вырос в Польше, играет американца, играет на 3 языках, на английском, русском, а думает он по-польски. Я его называю, и ты поляк. Мне это очень нравится. Стоп. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о наших сериалах, проектах, создателях и актерах. Подписывайся на канал Yellow Black and White TV.